Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала, также группы в Фейсбуке по продаже монеточек. У нас сегодня на представлении такое количество монеточек страны Филиппины. Очень таки довольные, как на мое мнение, монетки для коллекционирования, интересные. Сейчас мы сделаем краткий обзор. Как всегда, монетки будут в моей группе в Фейсбуке. Ссылочка в описании, можно будет перейти и заказать. Итак, первая наша монеточка из данной серии, это у нас 10 сантимов 95 года. Вот такая вот у нас изображение. Сталь с мидным покрытием. Гурт у нас ребристый. Вот у нас все видно. Так что такая вот интересная у нас монеточка. Следующая наша монеточка, это у нас 25 сантимов, тоже у нас Филиппины, все монетки филиппинские, 2002 года, гурт у нас гладкий, вот, материал латунь, банк Central NG Филиппины. Ой, я... интересно здесь две даты. Так, ладненько. Следующая наша монеточка. Тоже у нас Филиппины. 1 песо 2009 года. Вот, Республика НГ Филиппина. 1 песо. Вот такая вот монетка. Гурт ребристый. Вот. Сталь с никелевым покрытием. Банк Central G Филиппины. Такая вот интересная монеточка. Будет продаваться. Состояние видите сами. Следующая наша монетка. Это у нас 10 сантимов. 1974 года. Такая вот монеточка. Гурт ребристый. Вот. 74 год. Вот такая вот интересная, красивенькая, небольшая монеточка. Мидный никелевый сплав. Можно будет придбать у меня в группе в Фейсбуке. Следующая наша монеточка. Это у нас 10, тоже 10 сантимов. Вот, Республика Филиппины. Такой мой выгляд. Город ребристый. Вот. Мидно-никелевый сплав. Такая монетка. Предоставлена кому-нибудь виду спорту. Вот. Так, наступна наша монетка. Вот такая вот небольшая монеточка. Вот. Изображение женщины. Девушки. Так, и сантима. 1 сантима. 69 год. Лапу-лапу. Вот. Гурт у нас гладкий. Материал алюминий. Вот. Республика Филиппины. Так, следующая наша монеточка. Это у нас более такая красочная, красивенькая монеточка. Это 10 сантимов 1984 года. Обыгова монета Филиппинов. Гурт у нас гладкий. Материал алюминий. Вот. 84 год. Такая вот монеточка. Интересная. Красивая, может кому-то нужна в коллекцию, можно будет заказать в группе в Фейсбуке. Так, следующая у нас монеточка, 25 сантимов, 1981 года, тоже филиппинская монетка. Вон, Джуан Луна написала, 25 сантимов, 81 год, город у нас ребристый, материал мидный никель сплав, обегова монетка.
вот тоже. Банк Central NG Филиппины. Такая монеточка. Может, кому-то нужна в коллекцию. Следующая наша монетка 25 сантимов, 1968 год. Вот, состояние такое похоже. Да. Дюнел Луна тоже изображен. 25 сантимов, 68 года. Вот. Курт у нас ребристый. Материал мид, цинк, никель. Бегова монеточка. В такому, інша сторона монетки в чудовому стані. Така ось цікава монетка. Може, тобі потрібно колекцію. Так, следующая наша монетка. Это у нас тоже такая гарненька. Красочная, красивая, изображением бабочки. 25 сантимов, 1983 год. Такая гарненькая монеточка. Курт ребристый. Республика Филиппины. 1983 год. Вот он, курт ребристый. Материал латунь. Вот. И остання монеточка на сьогодні. Така ось теж гарненька монетка. Зображенням дівчини. Де наш фокус? Я хочу фокус щось у нас. Тен цент, тобто 10 центів 66-го року. Ось. Гурт у нас ребристий даної монетки. Так, так, тримаю. Ось таке зображення. Матеріал. Мід, цинк, нікель. Ось така чудова монетка, гарненька. Ось. Якщо комусь потрібно в колекції, мене буде замовити в мене в групі в Фейсбуці. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися, поставити лайки, написати коментарі. Задавайте вопросы. Всем пока, до новых встреч.